Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джули. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Ганчик Барбаро, у вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю, нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо, по дороге расскажу.
Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого что хрена? Что происходит? Слезь с меня! Твою мать! Черт, это Генри! Чем это они его бьют? Мать твою! Слезь с меня! Слезь! Я захожу. Сразу у нас хотелось с тобой ссориться. О! Неплохо, а? Да ты целоба. Ты его достанешь. Это все, ты можешь. Идти можешь? А, пацаны, качаются к минералью. Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Чёрт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? И денег нет. Пойдем, пора сматываться. Генри, копы займутся. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! И ведь людей по-разному убивают. Пули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита! Они, блин, сдохнут! В смысле? Зачем вот так? ДТП, водитель хочет скрыться. Среди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрошу. Понял. Я что хочу сказать. Мы же даже не знаем, сколько их там. А? Не плевать мне на это. Да и Генри уже мертв. Но хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. От нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Помедленнее, Вита, ты слишком близко. Знаю, я его тоже вижу, между прочим.
пошли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос, урод! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Мать твою, Джо! Он просто башкой в бок не постучал! Заткнись и помоги мне прикончить этих уродов! Убери ублюдка за стойкой! Сядем и его сделаем! Черт, это было больно! Тебя с бабуком застрелить. Вита, давай в темпе! Надо найти вот. Берегись! Они сверху палят! Давай, Вита, быстрее! Сыны парня на лестнице! Вита, еще четверо! И ходи на купол! И бойся! И там, в огне! Я тебя на куски порежу! Откуда же все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Скажи боссу, я иду за ним! Остался последний. Чего тебе? Давай, Вита, мочи их всех! Go!
Осторожно, там еще лезут! У него пушка! Давай, Вита, быстрее! Чего ты? Нет, я тебя прикрою! Мы его достанем! Иди первым, Вита. В тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяй. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Эй, оставь мне пару ублюдков. Эй, рядом со мной спит. Ну же, мелкие ублюдки! Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Пошли дальше. Thank you.
тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Ползем вот тут. Подходи к этой.
последнее. Вот видишь, все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Уродка соглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? Кто? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как? Ну, теперь все твои проблемы позади. Ты где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Вита! Вита, валим отсюда! Их слишком много! Быстрее, найди нам тачку! Да он маньяк! Живым не берем! Понял! Не убивай! Не убивай! Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ясно. Сбросили.
Отвези меня домой, Вита. Ох, это бьет. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Ищете чего-нибудь особенного? У меня это есть. Это все, сэр? Обслуживать вас на большой... Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И, Вита, будь осторожен.